Дорогие друзья, сейчас я с удовольствием приглашаю всех вас на наш такой импровизированный, эстрадный, но в любом случае съезд народных и заслуженных, и вообще нормальных людей, кого волнует, кому не безразлично то, что происходит с нами, с вами в нашей жизни. Председательствующий съезда, артист эстрады Константин Глушков. И маэстро Михаил Семенов. Товарищи, задача съезда заключалась в том, чтобы решить те задачи, которыми озадачена вся страна, которая представляет собой одну неразрешимую пока задачу. На любом съезде, как и на любом другом концерте, сначала заслушивают ветеранов, которые как на концерте, так и на любом другом съезде начинают нам что-то петь. Вот и сегодня мы по праву предоставляем первое слово такому неугомонному певцу, народнику Семену Ивановичу Некозловскому. А где он? А где Семен Иванович? Ну, давайте тогда вы. Я не могу, я председатель. Ну, а что делать? Стёб да стёб кругом застивали нас, застивал местком, застивал гургас, застивал Минхим, застивал Минпрод, застивал Минфин, застивал Минвод. И немножко спит, и куда ни глянь, всюду стёб стоит. Наточу топор, замастырю гроб, застивал в упор всю Россию. Так, теперь кино. Ну, в кино свои проблемы, в частности, проблема амплуа. Что такое амплуа? Допустим, актер сыграл в кино бандита. Все с этого момента, с этого фильма, он на всю жизнь бандит. Сыграл Карла Маркса, может уже не бриться. Снялась в эротической сцене баста, только в том же плане, в том же ракурсе, в той же позе, даже если нет сценария и кинокамеры. А эротика у нас сейчас в фаворе, сами знаете, такой историко-эротический кинематограф. Ну так и получается, что актер сначала привыкает к своей роли, потом вживается в нее и уже в жизни пользуется интонациями своего типажа. Получается, что вы опять? Ну заплачу, конечно. Хорошо. А где доклад? Там вот, с большой буквы, с красной строки там. Разрешите мне. Уважаемые товарищи, уважаемые гости, уважаемый господин президент США, уважаемые
уважаемая госпожа президент США. И примкнувшая к ним госпожа Индира Гандина. Простите, не могу, сори. Не могу, сори. I'm sorry. Не могу сориентироваться. Вот. Хочу прямо сказать, что за истекший период в игровом эротическом кино сделано немало. Это нельзя не признать. Если раньше в годы застоя эротика имела место только в быту, на работе, ого, что-то я не помню такого, то теперь она сисью-масиськи систематически. От слова «система». Что, я не вижу, что ли? Ну, не знаю. Я вижу, что я дурак, что ли. Сказать-то я не могу. В общем, регулярно появляется на голубых. Ого. Главное, на голубых. А ничего, исключение, что ли? А ничего, лучше нас, что ли? А на голубых экранах. I'm sorry. Эротика пришла в дом. Следует отметить, что ее появление в доме производит неизгладимое впечатление и вызывает чувство глубокого удовлетворения. Что-то я и этого не помню. Нельзя без волнения смотреть, как нам то тут, то там показывают голую. Ого. Голую. Жесткую правду. Но есть и недостатки, о которых с полной откровенностью следует поговорить. Что-то по кругу пошел. Кто здесь по кругу написал? Вот. Один из главных пунктов нашего доклада. Аплодисменты. Аплодисменты.
5. Что, больше не было? Так всего 5. На складе надо было взять. Ну ладно. А вот нельзя не видеть, что иной раз под видом эротики с ее непокобелимой сутностью показывают то, что сосиси сраные. Показывают то, что сосиси сраные. Социалистические страны. Ты что, и дурак, что ли? Я вижу, что сосиски сраные. Ну, не знаю. Сказать-то не могу. В общем, показывают то, что не могут показывать трудящимся сосиских сраных, не отходя от идеалов социализма. Это во многом очернение, оплевывание и охаевоевание. Спасибо за внимание.